С докладом о правилах регистрации граждан Российской Федерации на территории России по месту жительства и по месту пребывания выступила специалист миграционной службы Светлана Пелина. Общественники задали докладчику несколько вопросов. Координатор ТОС Субсехского сельского округа Наталья Маслова озвучила желание многих сельчан. Ждут, что в Субсехе вновь начнет работать паспортист. Начальник отделения участковых уполномоченных полиции Андрей Светенко рассказал о работе отдела с начала года и о взаимодействии с органами ТОС. Некоторые председатели квартальных комитетов пожаловались на недостаточное сотрудничество со стороны участковых. В ходе оживленной дискуссии было решено провести отдельную встречу участковых и общественников. Вопрос злободневный. Есть, где хорошо работают участковые, есть, где не очень, есть, где есть пункты. Это все результаты, я так понимаю, реформы. Сокращение и всего остального. Конечно, людей не хватает. На летний сезон нам приданные силы дают. Но это только летний сезон. Хотелось бы, конечно, чтобы служба работала круглогодично. Старший дознаватель отдела по городу Анапа Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Наталья Морозова доложила, с начала года отделом с целью снижения уровня наркомании проводился комплекс профилактических мероприятий. В результате проведенных операций МАК совместно с администрацией сельских округов в 2014 году выявили 3 участка дикорастущей конопли в районе поселка Уташ, старого русла реки Кубань и на территории Первомайского сельского округа. Огнем уничтожено 3605 кустов наркотического растения весом 77 килограмм. Хотелось бы, тем не менее, отметить существенную активную роль в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, но также не медицинское потребление наркотических средств, которые вносят руководители многих ТОС, общественники города, активисты районов города и советы общественности, сельских округов. Только совместная профилактическая работа, направленная на снижение уровня наркомании, поможет справиться с общей проблемой. В завершении встречи заместитель главы Олег Костенко поблагодарил общественников за их активную и ответственную работу.